Он читал о поросятах в книгах, а потом решил стать свиноводом. Пока одноклассники сидели в гаджетах, Коля Криванков копил деньги на бизнес. Стартовый капитал 10 тысяч был предназначен на покупку животных. Но о необычной мечте узнали в районной администрации. Глава решил поддержать юного фермера и подарил двух поросят. Меня как-то, знаете, это мечта до глубины души тронула. Я взял и на свои деньги купил два поросенка ему, мальчика и девочку, для того, чтобы подарил ему. Я был очень рад и надеюсь, что после первого приплода найдется мальчик или девочка, которые захотят развивать свиноводство, и я им подарю тоже мальчика и девочка, чтобы развивать свиноводство. Поросята могут стать началом большого дела. На подворье уже появились две коровы, коза и куры. Чтобы завести животных, семья с пятью детьми рискнула всем и переехала из Тобольска в село Балашово. Правда, тогда никто и не думал, что сначала ферму откроют не мама и папа, а старший сын. Теперь помогать по хозяйству приходится родителям. Честно сказать, просто не ожидали, да? Приятно, очень приятно, да? То, что ребенок, то есть не просто он поверил в людей, да, а поверил в какую-то мечту, которая, то есть у него там взяла, то есть как бы и появилась. Всем привет, всем мира и добра, ребята. Поросята вон растут. Теперь Коля настоящая знаменитость, причем не только в своем селе, но и в интернете. Шестиклассник вместе с родителями ведет блог на YouTube и рассказывает о поросятах и жизни в деревне. Число подписчиков растет, юному блогеру даже пришлось создать дополнительную страничку в социальных сетях. Появился у нас такой вот агрегат старинный, в котором мы теперь будем кашу варить. Как день начался, как бы как вот какие-то, нету, что там что-то выбрали, что-то вырезали. Как вот прошел, он ролик снял, тут же его выставил. То есть, как есть. Благодаря детской мечте большая семья всерьез загорелась идеей заняться свиноводством. Договоренности о покупке поросят уже есть. Тем временем сам Коля уже принял участие в конкурсе «Агростартап». И если проект станет лучшим, то шестиклассник получит деньги на развитие своего дела. Юлия Никифорова, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.